глазам, мир глазами женщины. Мне, как всегда, не показывает телевизор, нет опять сигнала. Да, я не об этом, я о том, что у меня какая-то еще непруха, помимо телевизора, с влогом. А непруха в том, что у меня как-то не набирается нужной для вас информации, и пока влога нет на моем канале, я предлагаю вам посмотреть покупки, которые я совершила совершенно с разных дней, с разных недель. Самое такое интересное, что я покупала, и что, возможно, достойно вашего внимания. А пока я веду борьбу хоть как-то с телеканалами, правительство нам подсуропило с этими приставками, аналоговое, цифровое, я уже запуталась, какой показывает, какой не показывает у меня канал. Нет сигнала, нет сигнала. В общем, пока я в таком расстройстве, смотрите пока покупки, я думаю, что вам будет интересно. Для тех, кто любит сушить посуду так же, как и я, вот после того, как помыли ее в раковине, то я думаю, что вам тоже приглянулся бы вот такой вот коврик. Он мягкий. Очень хорошо впитывает влагу. Я его купила в магазине «Пятерочка» за 79 рублей. А почему я обратила на него внимание? Я увидела вот эту вот расцветку, голубую с белым. И сразу поняла, ой, на моей кухне он бы очень классно смотрелся. И быстренько его схватила и пошла на кассу. Очень удобно. И вот он прям по размеру, видите, на столе вот так вот хорошо его можно разложить и сразу складывать посуду, чтобы ее не вытирать, а чтобы она вот так высохла, а потом уже куда-то на полочке поставить все, что нужно, уже сухое. Из уходовых средств я купила себе гель для душа марки «Свобода». Я, кстати, очень даже вот недавно узнала, что «Свобода» помимо крема еще производит и шампуни, и гели для душа. И вот я увидела вот такой гель для душа. Там, кстати, были разные. Видела с лавандой, видела какой-то розовый, но не запомнила название. Но я взяла себе «Бодрящая свежесть» с экстрактом апельсина и зеленого чая. И здесь, кстати, 430 миллилитров. Стоил он 75 рублей. Какой бы смешной ни казалась покупка пакетов для мусора, но все же я про них расскажу. Это пакеты с ручками. Мы последнее время используем только такие, потому что очень удобно именно сидят они в ведре. Очень удобно потом выносить мусор, завязывая эти ручки. И вообще они прочные, не рвутся, и даже, и крайне редко бывает, что подтекает что-то из этих пакетов, даже если что-то мокрое вы туда положили. Поэтому нам очень нравятся, стоят они у нас 65 рублей, мы берем 35 литров стандартно на ведро, и еще даже остается запас, чтобы загнуть на ведро, здесь идет 30 штук. Хотела вам еще посоветовать вот такие вот хрустящие трубочки. Они выглядят точно так же, как на рисунке. Вот я вам одну достану. Серафим кушал. Очень они ему приглянулись, по вкусу пришлись. Эти трубочки идут внутри с начинкой. Кстати, они очень похожи на подушечки, сухие завтраки, которые нужно разбавлять молоком. А здесь прям вот такие вот трубочки сделаны внутри с начинкой. Я сначала взяла Серафиму попробовать вот такие вот с карамелью и тирамису. Он угородил всю эту упаковку буквально за 2 дня. А еще я в «Пятерочке» увидела вот такие вот кофе с пломбиром. Точно такие же они по своей фактуре, но только с другой начинкой. Кстати, вот эти мне понравились больше, кофе с пломбиром, чем с тирамису и карамелью. Так что вот могу посоветовать. Очень вкусные, очень приятно чай с ними пить. И вот даже идет, что это без дрожжей, пальмового масла и маргарина. Заходили в магазин «Пятерочка», купили форель слабосоленую, а задумали мы, точнее я задумала, сделать бутерброды с авокадо. Еще взяли авокадо, одна штучка. Авокадо стоит 29 рублей в «Пятерочке». Из сладкого взяли 2 шоколадки. Вот такой вот вообще впервые вижу. И «Шарлиз», я знаю, что такие зефирки все время «Шарлиз» продаются. Может быть, это один производитель с фундуком и с изюмом.
Да, и все время выдают подарочные купончики. И мы тут посмотрели, если использовать подарочный купончик, купить шоколадки по нему, то выйдет даже дороже, если просто взять шоколадки по акции. Вот что за фишка в пятерочке, мы так и не поняли. Любимая еда моего мужа. Шпроты и сало. Смотрите, в пятерочке я никогда такого не видела. Муж у меня вот эту же четвертую банку такую берет. Это протертое сало. Очень удобно прям намазывать на хлебушек. Получается прям вот бутерброд с салом. А от шпрот он никогда не отказывается. Я все время, когда в пятерочке бываю с ним, все время говорю, шпроты брать будешь? И это даже уже не смехом, а вполне на полном серьезе. А себе взяла, очень мне захотелось, паштет. Правда, меня смутило, что он идет не из шпрот, а идет из кильки и салаки, но тем не менее шпротный. Очень мне захотелось на хлебушек попробовать вот такой вот паштет. Не знаю, такой ли он, как был раньше. Помните, я очень любила такие паштеты. Да, ну еще вы скажете, что это отрава, но иногда берем. Вот мужу захотелось, видимо, с голодухи. Он как раз у меня с ночной смены встретил нас с Серафимом. В садик его отвели и зашли в пятерочку. Муж еще взял мне вот такую вот пиццу. Ну, правда, ну, не особо, я не сказала бы прям, что наивкуснейшее, но для перекуса пойдет. И чтобы израсходовать купон на пряники и печенье, мы взяли упаковочку вот таких пряников звездных, красная цена. Да, грешу тем, что я вот так вот проверяю пряники, мягкие ли они. Иначе можно купить упаковку, а там их вообще не разгрызть. И вот такое вот печенье посиделки на овсяное. Я вообще овсяное печенье люблю, и с молоком особенно вкусно. Купила ласку жидкую, эффект восстановления цвета. Вообще история замечательная с ней получилась. Зашла в Магнит, увидела, стойка идет с акцией, и там товары стоят 159 рублей, увидела ласку. Потом пошла еще посмотрела стенд, где все стиральные средства, и там тоже ласка по 159 рублей. Ну, я взяла бутылочку, пошла на кассу, потом думаю, что-то мне как-то много пробивают. Я так посчитала, там мусс для волос себе взяла, хлебцы. Думаю, как-то не так. Возвращаюсь, на кассе показываю, я говорю, вот так и так. Я говорю, почему у меня такая сумма выходит? Смотрю, ласка 309 рублей. Вообще, глаз да глаз, только и проверяешь. И пенку себе еще для волос взяла, ну он же мусс. От чистой линии решила взять, объем от корней. Четверочка идет. Посмотрим, будет ли не будет склеивать. Потому что идет еще питание, увлажнение, фиксация 24 часа. При этом, может быть, чистая линия произведет впечатление не только в кремах, а еще и вот в таких вот продуктах для волос, может быть, тоже окажется стоящий продукт.